Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. В этом видео поговорим о Bitcoin Cash. Bitcoin Cash — это четвертая по размеру капитализации криптовалюта на сегодняшний день. Мы разберем, что это такое, сравним его с биткоином и подумаем, стоит ли инвестировать в него или нет. Биткоин как работающий продукт появился около 9 лет назад, а уже сегодня является интересным как для СМИ, так и для розничных инвесторов. Это не только самая первая, но и самая популярная и дорогая криптовалюта, вот только далеко не самая идеальная. Одной из самых больших проблем криптовалюты всегда была масштабируемость. Если более детально, все дело было в размере блока, ограниченным 1 мегабайтом. Это ограничение оказывало существенное влияние на длительность транзакции, а также на количество транзакций, которые могла обработать сеть. Bitcoin Cash стал чем-то иным, позволяя увеличить размер блока до 8 мегабайт. Целью таких операций являлось увеличение количества транзакций, обрабатываемых сетью, что в свою очередь помогло бы Bitcoin Cash соревноваться с такими гигантами, как PayPal и Visa. Количество транзакций в секунду. Visa в состоянии обрабатывать 24 тысячи транзакций в секунду. Bitcoin может обработать максимум 7 транзакций в секунду. А Bitcoin Cash осиливает 61 транзакцию в секунду. Как мы видим, ни Bitcoin, ни Bitcoin Cash и близко не стоят с централизованной платежной системой Visa. История хардфорка. Bitcoin Cash, как ответвление от биткоина, заработал в августе 2017-го. У этих двух валют общее прошлое, но с момента форка майнеры каждой криптовалюты строят собственные цепочки блоков. Когда биткоин был запущен, мало кто представлял, что эта криптовалюта станет настолько популярной. Поэтому казалось, что блок до 1 мегабайта размером вполне удовлетворит нужды тех гурманов, что изъявит желание пользоваться экзотическим инструментом. Кроме того, такой размер блока также понижает вероятность потенциального спама и решает проблемы безопасности. Соответственно, с ростом популярности биткоина такой размер блока стал еще и причиной накапливания транзакций, что замедлило их скорость. В мае 2017-го ситуация достигла критической точки, когда стало известно о том, что некоторые пользователи ожидали подтверждения транзакции целых 4 дня. Но у тех, кто пользовался биткоином, был шанс ускорить транзакции, оплатив большую комиссию. А это, понятное дело, тоже не делало биткоин привлекательным средством платежа, особенно если речь идет о небольших суммах. Сообщество предложило способ решения этой проблемы – это Segwit. Размер блока остался прежним, но часть информации из него переносится в дополнительный блок, который располагается сразу за основным. Такая схема решала проблему перегруженности сети, добавляла возможность смарт-контрактов, улучшала защиту от некоторых атак и повышала эффективность вычислений. Но почему-то множество людей не поверили в эту технологию, считая ее временным решением. 60% майнеров решили ждать другие варианты решения проблемы. И именно тогда часть разработчиков решили ликвидировать Segwit и увеличить размер блока до 8 мегабайт. Такое решительное действие потребовало совершенно другого протокола, для чего нужно было разветвить цепочку биткоина. Поэтому был объявлен хардфорк биткоина, что произойдет 1 августа 2017 года. Хардфорк, если вы не знаете, это единственный на сегодня известный способ обновить программное обеспечение биткоина. Разработчики кромсают оригинальную сеть и создают совершенно новый блокчейн с другими правилами. При этом оригинальная криптовалюта и криптовалюта Вилка имеют общий блокчейн до тех пор, пока этот форк не случится. А после него криптовалюты уже независимы друг от друга. После форка все держатели биткоина получили такое же количество биткоин кэша. Новая криптовалюта быстро нашла поддержку инвесторов, это видно на графике ее курса. В конце первого дня своего существования Bitcoin Cash стал третьей по размеру криптовалютой, оставив впереди себя только биткоин и эфириум. Bitcoin Cash дешевле в использовании, чем биткоин. Например, на пике хайпа в декабре 2017-го транзакции в сети Bitcoin Cash были на 99% дешевле, чем в сети биткоин. Но не все так круто, как может показаться. Есть в хардфорках и негативные моменты, о которых не стоит забывать. Мало того, что хардфорк вызывает раскол сообщества, так еще и влияет на увеличение волатильности криптовалюты. К слову, хардфорки создают большую вероятность так званой двойной траты, то есть пользователь может осуществлять повторную трату одних и тех же средств.
К тому же множество людей считают, что хардфорки – это явная противоположность первоначальным принципам блокчейна. В случае с Bitcoin Cash есть опасения, что необходимая вычислительная мощность для обработки больших размеров блока выдавит тех майнеров, что поменьше. А это может привести к централизации сети в руках больших майнинговых корпораций. Учитывая то, что держатели биткоина получили аналогичное количество Bitcoin Cash, появились мнения, что этот хардфорк был ничем иным, чем просто схемой по созданию денег, как говорится, из воздуха. Вспоминая и о других минусах, сложно не упомянуть об отсутствии возможности создавать смарт-контракты и невозможности вернуть ошибочные переводы. Подытожив все вышесказанное, мы делаем вывод, что хардфорки так или иначе подрывают доверие пользователей криптовалюте. На самом деле, комментируя разговоры о том, что Bitcoin Cash заменит биткоин, я могу сказать лишь одно. Шанс этого равняется нулю. И самая главная причина этого – это то, что криптовалютные биржи никогда не будут принимать Bitcoin Cash вместо биткоина. Потому что если одна биржа вдруг это сделает, доверие к ней у пользователей будет подорвано. Чтобы это действительно произошло, биржи должны произвести такую замену одновременно. Институциональная поддержка находится за биткоином. Даже сам брендинг находится за биткоином. Нашел также достаточно интересный сайт, что будет полезен майнерам. Здесь можно сравнивать криптовалюты по доходности майнинга. Вот, к примеру, в сентябре этого года, как мы видим, прибыльнее майнить именно биткоин, хотя в первые месяцы после рождения биткоин кэша выгоднее было добывать именно кэш. Что касается комиссионных за транзакции, тут биткоин кэш выглядит все-таки лучше, хотя такого подавляющего перевеса, как прошлой зимой, уже давно нет. Касательно количества транзакций, за последние 24 часа в сети Bitcoin Cash их было 45 тысяч, а в сети биткоина 260. Поэтому я считаю, что Bitcoin Cash потерял свои шансы заменить биткоин, а его начальные прыжки и хайп были всего лишь манипуляцией. А значит, основным инструментом для инвестиций я его не рассматриваю. Если вы верите в этот проект, то покупка возможна, особенно по таким ценам, которые мы сейчас наблюдаем. Я покупаю его по $470, $400 и $280. Покупать буду, но не более чем на 5% от депозита. Только что я озвучил свои мысли и идеи по Bitcoin Cash. И хочу напомнить, что это не финансовый совет. Все решения остаются за вами. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями и обязательно становитесь богаче. До скорого.